погода такая. Вот такую музыку. Привет, привет. Что с погодой, ребята? Почему конец июня? На улице так холодно. Или для Москвы это нормально? Просто у нас в Воронеже летом прям лето-лето, жара. К профессионалу. Вот, поэтому. Привет всем. На день рождения у Сашки, к сожалению, нам не получилось пойти. Она нас звала, очень расстроилась, что мы не пошли. Вот, но так как мы здесь не подвластны, скажем так, полностью своим временем, не распоряжаемся. У нас закончилась поздно лобная, поэтому нас не отпустили. Вот, так как мы с ней находимся на разных проектах, поэтому, как бы, естественно, у нас разное расписание и по лобному, и все остальное.
вопрос постоянно. Я уже просто не первый раз слышу, чья машина. Моя эта машина. Данина машина в Новосибирске, поэтому мы как бы сейчас пользуемся моей. Так, сейчас, подождите. Как вы там худеете? Только не надо говорить, а правильно питать. Никто спортом не занимается, секреты откроешь. Я могу сказать за себя, не знаю, как остальные девчонки. Это генетика, вот и все. Я никогда не сидела на правильном питании. Что у тебя видно капсулу на голове. Все начали засирать и писать, что ты говорила свои волосы. Что ты в прямом эфире говорила, что объем нарастила. Слушайте, ребят, так я и не скрываю, что мои волосы нарощенные. Просто у многих вопрос, как бы, нарощенные или нет, потому что качественно нарощены и не видно этого. Что действительно на голове не мои волосы. Поэтому и у людей, видите, возникают какие-то сомнения или еще что-то. А так длина моя, для объема все правильно вы помните. Я рада, что мои подписчики с хорошей памятью. Вот, никогда не скрывала, что я себе что-то делала, что я себе там делаю волосы, ресницы. Все время сделала зубы, вот. А где вы оставляете машину на поляне? У нас есть там своя парковка для участников, и, собственно, на закрытой территории находится наша малышка. В чем одета? Сейчас покажу. У меня сегодня такой лук. Как бы это назвать? Немножко 90-х. Джинсы. Мои любимые. Блин, их сейчас будет не видно. Ну, в общем-то, вот так. Не знаю, видно вам, нет? По поводу плойки, ребят, насколько я знаю, это Бобелис. У меня лично ее нет. Вот, нас крутят эти на ББ. Поэтому лично у меня ее нет. Вот. И наоборот, шоу едем. Сегодня была номинация на выгон. Вот. Посмотрите, кого номинировали. Очень трогательное сегодня было шоу, так что рекомендую всем посмотреть. Нестандартное. Про машину уже, ребятки, потом пересмотрите эфир, все узнаете, сохраню эфир, все почитайте. Как ты добился финансового успеха? На самом деле, я вам дам единственный совет. Ничего не бойтесь, пробуйте. Вот, наверное, мой главный и был козырь. То, что я не боялась, я пробовала и шла к тому, чего хотела. И добилась того, чего хотела. Маринке концов нет. Маринка Концова. Я, честно говоря, даже не знаю, кто это. Скоро к Дане придет бывшая. Пишет. Welcome, ждем. Пусть приходит. С Сашкой меньше, да, стали общаться, к сожалению, так как все-таки мы на разных проектах. Вот, но все равно поддерживаем связь. Землякам про ВР не отвечаешь. Ребят, вы что, я обожаю свой город, я ни в коем случае никогда не скажу плохо про Воронеж, я его очень люблю. Отвечаю всем, кого вижу, кто пишет, всем отвечаю. Вы по сценарию снимаете? Нет, ребят, никаких нет сценариев, реальная жизнь. Поэтому какой Юля? Собой, иметь свое мнение,
быть со стержнем, не мямлить, и тогда все получится. СЛ дом 2, да, на одной площадке. В Новосибе не была. Почему Рапунцеля не выгонят? Ну вот что, это целая уже история. Семья Рапунцелей. Не выгоняют, наверное, потому что действительно они уже прижились к этому месту, как родные. Вот. Более того, видите, Аленка вернулась на проект. В Воронеже я жила и в северном, и в юго-западном. Сначала в северном районе, потому что у меня там родители жили, то есть до 20 лет. Потом я переехала в юго-западный, жила одна. Во сколько обычно ложитесь спать? Ребят, честно говоря, всегда по-разному, но в основном это где-то 3-4. Да. Болеете за нас. Сколько времени ты на проекте? 7 месяцев. Очень, честно говоря, скучаю по родным, их не хватает. Конечно, у меня помимо родителей две сестры. Родные две сестры старшие. Уже все замужем, с детками, у всех все хорошо. Вот, я одна осталась такая. Вредная. Самая маленькая, самая вредная. Вот, поэтому... Родители, кстати, недавно у меня были в Москве. Приезжали мы с ними, весь день гуляли. Очень классно провели время. Я вот выкладывала историю. Обожаю. Обожаю просто свою семью. Она у меня большая, очень дружная, сплоченная. Даня за рулем. После проекта, да, мы планируем остаться жить в Москве. А как вы высыпаетесь? А сколько подъем? Ребят, честно, про сон мы здесь забыли. Подъем в 10. В 10 утра. А Алена помирилась с Ильей Баровым, да, это уже не тайна, не секрет. За цвет помады. Это не помада, это карандаш для губ. Я всегда пользуюсь одним и тем же. Если кому-то интересно, я потом вам расскажу. Не хочу выдавать всем, потому что его и так постоянно, когда я прихожу в магазин, его и так постоянно нет. Если я сейчас вам расскажу, их станет еще меньше. Ниязу, привет! Сибирске. Ну, ребят, либо Москва, ну, как бы это наши планы, либо это будет Москва, либо это будет, возможно, даже Штаты. Хотим слетать, посмотреть. А так, в планах Москва. Владюш, привет! Верочка, привет! Какие украшения носишь? Они у тебя просто супер. Ребята, а про какое конкретно украшение вы спрашиваете? Я, честно говоря, не сильно люблю как раз-таки всякие украшения. Вот, у меня особо ничего такого нет. Вот только вот и серьги, и кольца. Все. Особо не любитель. Ребят, всем спасибо, что пишете, что вы за нас болеете, поддерживаете. Нам очень приятно, да, Дань? Очень приятно, 506. Всем 506 людям большой привет. Владюш, привет. Владюша, это девочка, Даня. И моей подружке сейчас воздушный поцелуй прислала или что? Ты думал, это парень? Я думал, это парень. Ну, вот видите как? Ревность, а? Что такой ревнивый? Ничего.
разберитесь. Ладно, сами. Владюш, извини, не тебе. Это если бы мальчик был, Влад, это ему было бы направлено. Вот так вот. Ревнивый ужас просто, вот честно. Честно говоря, даже много чего не выносим. Да, Дань? Да, Дань. Не хотим это обсуждать, потому что Даня бесится. А очень ревнивый, очень ревнивый. Только я ревнивая. И я ревнивая. Но я не такая ревнивая. Я не ревнивая, я собственница. Это разные вещи. Ревность и собственность. А ты именно ревнивый. Ты к столбу меня можешь приревновать. Сколько у вас разница в возрасте? 2 года. Я старше. Так, все, ребят, я с вами. Раньше тебя не любила, сейчас ты мне нравишься. Ну, приятно. Ой, если честно, я собственница, дикая собственница. Если мое, то это только мое. С ревностью это сложно сравнить. Это немножко другие эмоции. Поэтому... Вот, ребят, я прям вам огромное... У меня к вам просьба, мои любимые подписчики. Вот видите, девушка Екатеринка Сергеевна, 94, написала, что я старушка. Большая просьба зайти сейчас каждому из вас к ней на страницу и посмотреть, кто же это пишет. И просто поржать громко, вот и все. Потому что, друзья, честно, я уже устала, когда мне какие-то, по-другому их не назвать, уродины или малолетки, или бабки, пишут, что я страшная, старая, лошадь и тому подобное. Но, друзья, вот честно, вот просто лучше не позорьтесь. Я вам серьезно говорю, потому что я теперь отныне буду периодически делать именно так, как сделала сегодня. Выложила в историю тех людей, выкладывать тех людей, которые пишут такую грязь в мою сторону. Потому что вы сами видели, кто это пишет. Там без слез просто не взглянешь. Поэтому, друзья, если вам хочется дальше позориться, пожалуйста, я вам могу это предоставить. Подписчиков у меня достаточно, аудитория хорошая. Поэтому все будет. Не-не-не, Катюш, я на тебя не обижаюсь, просто... В следующий раз я тебе еще раз говорю, вы пишите мне комментарий, пишите, друзья, я же не буду каждый день это делать. Возможно, где-то ваш комментарий старушка уродина проскочит, вот. Возможно, завтра я не буду этого делать, вдруг вам повезет. А так периодически люди будут знать героев. Пришли себе майку с автографом. О, ребят, честно, я не считаю, что я какая-то суперзвезда, поэтому майки с автографами я пока присылать вам не готова. Если, конечно, вам надо, мы, возможно, кстати, с Даней в дальнейшем будем делать какие-то конкурсы, да, Дань? Да. Что-нибудь прикольное придумаем. Что-нибудь именно прикольное. Не майку. Майка это как-то стандартно, неинтересно. А вот что-то хочется прям вау. Что бы вы хотели получить? Давайте вот на эту тему как раз с вами поразмышляем. Если мы будем устраивать конкурс, какой бы приз? Ну, понятное дело, там, ребят, ни машины, ни квартиры, ну, это понятно. Но что-то вот такое, более приземленное. Даня, садим Елену. Да я периодически именно этим и занимаюсь. Опять еще одна мне красоточка пишет. Так, ладно. Ну вот,
разных городах. Мы бы с удовольствием встретились с ребятами, которые хотят нас увидеть, но просто проблема в том, что мы находимся сейчас на данный момент в Москве, а много людей в разных городах. Как бы, как вот эту встречу организовать, я, допустим, не знаю. Ой, вот, вот, как раз-таки еще одна. Влад, с тобой обязательно. Так. Фу, вонючка. Сама ты вонючка. Дура. Да. Беспонтовая просто. Че, давай сейчас тебе на страницу зайду и буду писать, что ты просто высер собачий. Хватит, да. Не, ну просто мне тоже пишут всякую дичь, что я там бомж, давай без не денег. Нет, хорошо, коли у меня нет денег, ребят, продаю Камри, 14-й год, у кого есть деньги, купите, пожалуйста. Зачем уподобляться? Зачем уподобляться таким людям? Вы все такие крутые там, с бабками. Не, я вот периодически, периодически, говорю, буду выставлять вот таких девчонок, красавиц, у себя... у себя в истории. Поэтому, друзья, пишите, вы у меня будете в главной роли. Леонид Нежелицкий, всем привет, ребят. Отводи от меня камеру. Я сегодня не фотогигиеничен. Почему? Отлично выглядишь. Вы, кстати, подстригли наконец-то нормально. Ну расскажи что-нибудь. Я не разговорчивый. Ну, может, что, ты общаешься с ребятами, что я? Пиар, пиар, да, пиар. Че пиар? А, дальше? Пишет. Кстати, я скоро тоже буду продавать свою малышку, поэтому если кому-то интересно будет, то, пожалуйста. Ребят, мы уже, кстати, почти подъезжаем. Хотите увидеть нашу дорогу к поляне? Давай покажем, Дань. Наверняка зрителям интересно вообще, где находится проект. Давай покажем. Так, ребят, здесь на самом деле это получается как Подмосковье, да, Дань? Сейчас будут скоро частные дома, в одном из них живет Пресняков Никита. Вот речка, в которой купаться запрещено, да? Может, это пруд. Да. Ну да, такой-такой. Даже не пруд, это какая-то лужа большая. Вот дом, как раз о котором я вам сейчас говорила. Вот здесь Никита. Живет Никитка Пресняков. Видали, в таких хоромах, блин, все. Приближаемся. Кто-то пишет, короче, в ебенях. Но я бы так не сказала. На самом деле, до МКАДа ехать, наверное, минут 15 от нас. Да? Да, меньше, да. Сейчас покажем вам. А там уже интернет не будет греть. Будет. О, у меня уже плохо грузит. Ребят, вы с нами? Что-то у меня тоже подзавис, мальца. Сейчас. Тут крутой поворотик. Мы уже приближаемся. Машину свою продаю. Целых 200. Вот эту. Отличное состояние. Я чистюлька, поэтому у меня все чики-пуки, как говорится. Висит, потому что приближаемся. Ага. А что хамаешь? Да, у меня ноги болят после этого боя. Вообще, у меня все тело болит. А ты с кем махался?
Я с Майей, с этой, с Африкой. А, ну и как? Ну, честно говоря, я думала, как раз с Майей потягаюсь, а получилось наоборот. Ну, Африка крепкая. Африка не то слово. Я просто в прямом эфире. А, я понял. Так, ребяточки, ну что? Вот так вот у нас выглядит, как это называется местечко? Я даже не знаю. Наш ССЛ. Купин отдыхает на расслабоне. Вон, рога у них висят. За это могут та-та-та. Реально? Ладно, все, уходим отсюда. Мы не хотим та-та. Так. Так, здесь у нас гостевая. Здесь, когда приходят новые участники, здесь у нас ожидание. Вот, комнатка ожидания. Оля Бузова. Столетний плакат. Вам хоть интересно показать вам вообще, как это все выглядит? А вот он, мой прикид сегодняшний. Оп. Вот они, наши микрофоны. Ага, я знаю. Так, что у нас тут еще? Автоматов понаставили. Вот так вот. Чтобы мы шоколадки ели и были толстые. Отлично. Все для нас. Вот это вот на второй этаж. Поднимаемся там. Съемочная вся. Не могу туда подняться, ребят. К сожалению, это уже нельзя делать. А вон Даниил уже готов зайти. Она готовит просто. Ага. Ты чё такой резкий, как пуля? Резкий, как понос. Дерзкий, как пуля, резкий. Чё ты смеёшься? Куда у тебя эти фразочки, скажи мне? Оля! Ой, давно не виделись. О, у нас тут Оля Бузова, я прям в эфире, Оля, отлично. А почему, у меня вопрос, почему вы, когда едете на город и поете мои песни, вы меня не отмечаете? В смысле, я тебя сюда отмечаю. Почему я не вижу? Пару раз отмечали. Оль, тебя просто миллион человек отмечает день, и поэтому ты даже не видишь, когда я тебя отмечаю. А вы заходите в прямые эфиры, да? Да, конечно. Оля, давно не виделись с вами. Шоу на лоб. Смотри, вот я тебе вот здесь это отметил, и ты не ответил. Сейчас следующий. Так, вот они наши. Да все, Оля уже убегает. Оля. Те, кто успели, те успели. Так, Агушка, я в прямом эфире. Ну-ка расскажи, почему тебя называют Агушка? Можешь? Потому что Оля так придумала. Это вообще какая-то беспредел. Сейчас пойду разберусь, ладно? Иди разберись. Ты мне сфоткаешь, смотри. На грим пошла, чёрт. На грим? Переодеваться. Прямая трансляция? Да. Так, ладно, все. Сколько людей? А? О, как мало.